кладбище, ветер свищет, 40 градусов мороза. Нищий, сняв штаны, дрищит на кладбище у ворот. Друг из гроба вылезает в белых тапочках мертвец. Ты куда насрал, подлец? Как ты мог в такую пору обосрать мою контору? Долго унижался, шубу пальцем запекал, но понос не унимался, из ушей он вытекал. Заткнул он уши, надулся, как шар воздушный, лопнул с треском, как арбуз, и на землю хлынул груз. Теперь на то кладбище вся деревня ходит срать. Так засрали, что церквушки не видать. Нищий долго унижался, жопу пальцем затыкал, но понос не унимался, из ушей он вытекал. Так засрали, что церквушки не видать.